строение никогда не останавливается на достигнутом, ее привлекают колечки даже вот таких размеров, величиной с обруч. Посмотрим, как она будет играть с ними. Несравненная Барбара! Любимый мяч. Ей достаточно даже самого небольшого мяча для прекрасного времяпровождения. Соня попробует показать вам фокус. Вот так. Морская циркачка. Мисс Грация водной сцены. Несравненная Соня. Вновь Соня подтверждает свой звездный статус. Ведь она у нас королева красоты. Полина очень любит играть в футбол, и играть она будет вместе с вами, уважаемые зрители. Будьте готовы к самым неожиданным поворотам событий. Я не буду. Уникальная футболистка Полина, лучший форвард водной арены. Ну а Соня увлекается волейболом. Моржик, этого моржика побольше, чем лев даже. Да. Лев маленький. Лев маленький. Браво, Соня! Ну а в нашем футбольном матче, судя по всему, победила дружба. Способна даже взлететь. Сезон полета подкрыла обитательница Северных морей. Звезды танцуют, а мы их, конечно же, поддерживаем. Вновь и вновь в центре. Нам после вашей поддержки следует изящная поддержка нашей пары. Андрей и очарователь. С ними работают Екатерина Турнова и Максим Важенов. Боя на цене лук мяча, но Бузе больше понравился маленький. Продолжит наше шоу соревнования.
состязаться будут лучшие из лучших муза и баян. Итак, на старт, внимание, марш! Первым пришел баян. Тимбина достаточно одного мяча для полета фантазии. Любые преграды. Чемпионы по прыжкам в высоту Атланины. Всплески радости, море!